не на уши. Здорово! Ты, кстати, такая загорелая, что я даже вот решил развернуться. А можешь чуть притормозить, потому что друзья потеряют, я сейчас тебя отпущу. Да, только не возле толчка, а вот где-нибудь старая. Ну, запах, ну, я не знаю, это на любителя. Тебе нравится, да? Фу, я же запыхался, пока с тобой бежал. Слушай, ну а ты откуда такая коричневая, бронзовая? А где отдыхала? Далеко? Ну где, в Таиланде, что ли? Куда еще? Нет, в Доминикане. А, офигеть, ну это тоже где-то еще дальше, по-моему. Ну да. Слушай, ну не был там еще, надо вот доехать. Ты познакомиться решил? Слушай, ну я еще не решил, что я решил. Да, но на самом деле я очень тороплюсь. Да не, ну вопрос в том, что я думаю, минуту можно найти. То есть даже для того, чтобы я тебе что-нибудь хорошее пожелал. Хорошо, да. А ты так прям негативное знакомство, а точно так как познакомиться, то иди в жопу, да? Нет, просто я очень тороплюсь. Нет, подожди, а знакомство-то как бы с классным рыжим парнем, оно, я думаю, не будет лишним. Ну, не знаю. Ну, знаешь, я как бы сейчас буквально 30 секунд, то что прежде чем знакомиться, да, засекай. Ох-ох-ох. Я считаю, это тихо ты не об этом думаешь, сейчас прежде чем знакомиться. Надо понять, хорош ты человек или нет. Может, потому ты, может, ты какая-нибудь ведьма там, или змея такая, ну, или да, с губами такая. Что мы? Что мы? Как тебя зовут? Значит, как тебя зовут? Ты же торопишься. Давай оперативно все это сделаем сейчас. Динара, ладно. Меня, кстати, практически так же. Динар? Меня Вова зовут. А ты? Динарочка. То есть ты представитель татар-агитляры. Да, татар-агитляры, да. Я правильно говорю, да? Егитляры. Егитляры. То есть татарские ребята, да, это переводят? Ну, вообще, да. А девушки как переводят? Кызым? Кызым? Кызым, да. Кызым. Ты татар кызым. Татар кызым. А что в Москве ты делаешь? Вообще живу. Вообще живешь? То есть да, здесь есть татары, нет, говорят. Здесь, у меня, кстати, есть в Казани друзья татары. В Казани? Да, я там иногда бываю. Слушай, но... А ты интересный вообще человек? Кроме загара, это как бы есть о чем поговорить? Ничего себе. Это вопрос. Я не знаю. У тебя как у негра, знаешь, ну, у темнокожего, афроамериканцев, будем политкорректными. У тебя ладошки здесь белые, короче, а здесь это. Больше похож, знаешь, не на загар. Ты врешь, короче, это автозагар. Да, я масса обычно. Да, я это частенько делаю. Сейчас. Ничего, что я тебя облизал. А ничего, ты все. Дай я тебя полежу чуть-чуть. Не-не-не, стой, я в хорошем смысле. Блин, да. Не, ну я чуть-чуть. Это же нормально. Не-не-не, подожди, сейчас. Нет, стоп, тихо, все. Все, последний раз. Это нет, важно. Это что, все, да? Ладно, не буду облизывать. Что за прижим? Давай. Что? А, нет, лежи. Смотри, не, я не буду тебе ничего предлагать. Динарочка, что мне с тобой делать? Ну ты, в принципе, облазишь, автозагары не облазит будет так. Что делать с тобой, скажи? Ну ничего, я тороплюсь. Ты интересный вообще, да, я спросил человека. То есть с тобой есть о чем поговорить? Вот, да, это так. У меня... У тебя есть душа? У меня ее очень много. А ты сейчас с собой в сумке носишь? Нет. Не влезла, да, такая большая? Да, думаю. Сейчас что... глаз вот левый вот так сделал, он обкакался слегка. Сейчас, сейчас. Нет, вот в уголке, да. Отлично. Слушай, у меня у самого что-то... Прям спасибо. Не кажется, такое вот так сделать. Еще надо сделать. Да? Слушай, Динарочка, смотри, а это... Давай так, я не буду тебя брать телефон. Хорошо. Судьба, если будет... Не, ну судьба вершит свою волю твоими руками, ты знаешь. Да. То есть вот, если ты ничего не будешь делать... А может, все-таки я возьму у тебя телефон, я вот... Думаешь? Да вот не знаю. Да вот смотри, думаю, в принципе, вот, знаешь, как будет? Вот буду сидеть на неделю, думаю. А позвоню-ка я Динарочке, так раз и позвоню. Ну раз так, тогда я думаю... Нет, стой, не-не-не, давай вот так сделаем сейчас, тихо, стой, все. Мы тебе просто пожелаем бобра там, не знаю, что-нибудь еще. Бобра, окей. Добра. Тебе тоже. Нет, ты классная, просто, как сказать, ищу себе жену, да? Угу. Ты, скорее всего, там у тебя там такие эти, в семье порядки, что там нельзя будет жениться на выходить замуж за русского, да? Ну, если знаешь, таким придерживаться. Нет, смотри, я сам православный, я, для меня, конечно, это не я не настолько религиозен, да, то есть, ну вот, как тебе сказать. Ну, мне кажется, моя жена должна быть православной. Ну тогда удачи. Сейчас, Динарочка, будем с тобой прощаться. Не-не-не, стой. Давай попрощаемся, тихо, 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 ты трогаешь за руку. Нет, давай, все, смотри, начнем. Привет.
Прям такого татарского. Нет, спасибо, мне татарина, я не хочу. Нет, почему? Он может быть красивый. Отлично. Вот. Все, давай, Динарочка. Удачи, спасибо, что облизал меня. Офигенно загорело, пока. Спасибо, пока.